Мы на выставке World Food 2022 и продолжаем общаться с ее участниками. С нами сейчас Иван Федяков, компания InfoLine. Иван, здравствуйте. Расскажите, чем занимается ваша компания? Компания InfoLine более 20 лет занимается исследованиями рынков, предоставлением информационных и аналитических продуктов для более 1000 компаний России, международных компаний в том числе. Мы делаем как заказные исследования, так и по собственной инициативе производим целую линейку информационных продуктов по потребительскому рынку. Есть исследования, которые выходят раз в год, большой ассортимент таких продуктов у нас есть, но есть продукты, которые выходят раз в месяц и даже ежедневно, и сейчас в условиях очень высокой динамики, очень высокой волатильности потребительского рынка эти продукты особенно востребованы. Меня пригласили принять участие в аналитической сессии, и я поделился с участниками конференции последними данными о динамике развития потребительского рынка в нашей стране. Ежедневно, вы сказали, это, например, что? Просто интересно, что нам нужно отслеживать каждый день? События. Каждый день, к сожалению или к счастью, приносят разные, но очень важные для бизнеса события. Мы видели большое количество компаний, которые уходили с российского рынка. Это же не просто уходы компаний, это партнеры, которые работали с этими компаниями, поставщики, которые снабжали магазины этих ритейлеров, например, да, своей продукцией. Либо наоборот, это сами компании, международные компании-поставщики, которые являются, соответственно, поставщиками в торговые сети, и партнеры с другой стороны беспокоятся на предмет того, какой ассортимент продукции будет представлен в их магазинах. Поэтому каждый день происходят очень важные события, за ними нужно следить. Мы видим определенные, ну, причем достаточно серьезные изменения в регулировании отрасли, появляются новые какие-то инициативы со стороны ассоциаций или со стороны государства по введению каких-то новых правил работы. Это тоже требует очень оперативной реакции, потому что подготовиться иногда времени немного у бизнеса для того, чтобы уже эти новые правила внедрять. Ну и в целом, конечно, слежение за новостями, за информацией. Сегодня это, наверное, делает каждый человек, да, потому что невозможно не замечать как бы те события, которые происходят. Но из вот этого большого потока информации, из этого так называемого информационного шума, потребителю информации, бизнес-информации, очень тяжело выделить то, что важно ему. Да? И в этом смысле мы помогаем предпринимателям, помогаем менеджерам компаний не тратить время на прочитывание тысяч ненужных им сообщений и новостей. Мы за них выделяем важные события и предоставляем им уже готовое решение, которое позволяет за буквально какие-то 15-20 минут ознакомиться с ключевыми событиями и быть уверенным в том, что ничего значимого он не пропустил. Важные события. Тогда, хорошо, последние события для рынка последнего полугодия, например, важные события, и, может быть, еще рискнете дать какой-то прогноз? Ой, ну здесь это как коротенько минут на 40. Событий было так много, что даже выделить там 2-3 невозможно, на мой взгляд. Могу лишь поделиться статистикой. К сожалению, по итогам первого полугодия мы регистрируем отрицательную динамику розничного товарооборота. 9,2 снижения, соответственно, объемов продаж в целом по стране. При этом в разных сегментах ситуация разная. Продовольственный ритейл традиционно более устойчив. Понятно, что люди в меньшей степени готовы отказываться от покупки еды, поэтому там снижение составляет, ну, буквально около 2%. В непродовольственном ритейле, к сожалению, спад гораздо более существенный. В отдельных сегментах, например, как в одежде, падение более 30%. Мебель, строительные материалы, еще недавно, в прошлом, очень востребованные, также демонстрируют двузначное падение объемов продаж. С одной стороны, это связано, конечно, с уходом крупных международных ритейлеров, которые работали в этом сегменте рынка, и потребитель просто не находит альтернативного предложения сейчас, поэтому принимает решение повременить с покупками. Но это всего лишь с одной стороны. С другой стороны, конечно, падение доходов населения, нервозность, вот это не лучшее психологическое состояние, в котором находится сейчас потребитель, также негативно сказывается на объеме вот таких долгосрочных покупок. Поэтому рынок переживает, конечно же, кризис. Этот кризис развивается сейчас, ну так, лавинообразно. И сейчас, вот второе полугодие, по большому счету, мы с, ну, надеждой, с одной стороны, и с другой стороны, с тревогой смотрим на него, потому что если удастся, да, решить хотя бы основную часть проблем, которые вызывают вот эти кризисные явления, то, возможно, как бы мы достигли некого дна
от которого начнем восстанавливаться, да, и вернемся в положительную траекторию хотя бы там в следующем или последующие годы. Но, к сожалению, те события, которые сейчас происходят, не дают нам этой гарантии. И вполне возможно, как опять-таки часто говорят, с этого дна нам еще постучат, и нам придется погрузиться еще ниже. Поэтому, опять-таки, важно сейчас следить за оперативной информацией. Каждый день любое вот такое значимое событие может серьезно повлиять на динамику рынка в целом. Спасибо, и надеюсь, что не все-таки у нас движение пойдет вверх, да, а не, как вы сказали, постучаться со дна. Но в любом случае, удачи вам в вашей работе и всем нам. Спасибо. Я тоже искренне на это надеюсь, но при этом надо оставаться реалистом и смотреть на жизнь адекватно. Спасибо большое.